Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Мати. Это из, да. Это из мини-геймс? Ой, там лошадка. Нет, это другое немного. Ладно, давай. Так, Дерли. Стой. Можно, нельзя за это... Смотри, только от первого лица можно. А, ладно. Скучно и нудно. И не читерить. Не читерить это как? Стены не ломать? Типа вот так? Ну, да. А, желательно. Ладно. Так, чего начнем? Первая комната. А ну, что ты правильно идешь. Что делать надо? Нужно подсказки искать, квесты. Да, ты в подвале теперь. Ты, кстати, правильно идешь. О, я нашел конфету. Ты должен ее съесть теперь. И знаешь, куда ты теперь можешь попасть? Так, я возвращаюсь назад. А почему нельзя от третьего лица? Мне так неудобно. Потому что можно считерить, если это. Я могу в норку зайти. Да, можешь. И там кнопка. Что-то и что-то произошло. Активировал. Где-то масса убралась. Это на заднем дворе. Не там. Хочу просто. Да, может, тут кухня. Я убрал массу. Это к секретной концовке. Тут две концовки. Обычная и секретная. А в заднем дворе. Задний двор же сзади? Да, вот здесь. Так, масло. Да, ты заметил. Давай, ну ладно, давай. Так. И что тут? Ну, портал. Паркур? Ты только да. Меня не сбрасывай. Кнопка. Всё. Масло. Все, и теперь обратно можно. А ты даже так. Это ты открыл второй этаж. Мне больно, ты меня раздавил. Ты открыл второй этаж. Второй этаж? Да, в два этажа. Эта игра рассчитана на несколько игроков, и один из них маньяк, типа. А, типа надо на время делать, пока он тебя да, нет. Тут комната есть его. Ага. Что теперь? Лестница. Открой эту дверь. Это комната маньяка. В нее можно попасть, но каким, кое-каким другим способом. Ну, желательно так не делать. А, ну мы ладно. Представим, что она здесь есть. Это камера. Камера? Там... Давай я тебе сейчас покажу, как попасть в нее без читерства. Иди сюда. Как? Смотри, ты не заметил, все не замечают одной очень важной вот такой штучки. Окно можно выбить? Да. Правда, нужно идти в вот это окно и его тоже выбить. И что будет? И так можно попасть. А, я понял. Выбиваешь окно, заряжаешь туда и выбиваешь второе. Да, так давай обратно идем. А что теперь нужно делать? Ты лестницу пропустил, ты не увидел? Ну, я видел. Тупица. Так, все дальше теперь. Так, я что-то нажал и что-то произошло. Да. Ну, посмотри, где. Да. О, а что будет, если я на это... Он заметил. Я типа нажал на кнопку, и что? Так, ну, это обычная концовка с машиной. А ты открыл секретную. Так, с машиной, и я могу уехать, получается, из этого дома от убийцы. А секретная, это иди обратно, иди обратно. Вон там, я вижу единорог наверху. Тут невидимый портал, да? Ну, он не невидимый, он появляется. И все. Уи! А чем обычно это секретное отличается? Я в любом случае уезжаю отсюда. В принципе, да, но на разных этих. Ну, теперь давай. Ну, посмотрим. Стой, ну давай теперь попробуем так, чтобы как правильно мы играли. Давай, ты бери меч и охоться за мной. Понял. Ой, а куда ты вылетел? Что? А почему ты вышел из Робокса? Ага, это интернет. А. Я понял, сейчас. Просто я у меня... Я все еще в игре. Сейчас. А у меня нет. У меня ты пропал. Ну понятно. Ладно, я тебя жду. Как помнишь, ко мне подключаться можно. Да. Уже можно. Ну там дальше мы пойдем в Бейблейды, там интересно. А ты типа от самой неинтересной до самой интересной идешь? Ну, да не, просто так, по-разному. Так, заходи ко мне в команду. Без общего строительства, чтобы я не выламывал двери, как в прошлый раз. А, ну да. То это не очень. Ну ты ПВП пока что включай еще. Ты тоже бери себе саблю и ПВП включай. Или что тебе надо? Ну смотри, вообще здесь, смотри, какие режимы. Простой, это ты просто ходишь без маньяка. Нормальный, это когда есть маньяк и он с саблей. И сложный, это когда маньяк и с саблей, и с пистолетом. Бери, давай сложный, бери пистолет и меч. Ого, даже так, ну давай. Давай. Я выиграю все равно. Наверное. Пасхалочка. Особо как он летает. Магия. Давай иди в свою комнату. Меч бери. У меня тут. Пока что, пока ты не разблокируешь второй этаж, можно сказать, игра еще не началась. А когда ты разблокировал второй этаж. То все, то начинается. Так, сейчас. 3, 2, 1, начинаем. Начинаем. Я захожу сюда, бегу сюда. Спускаюсь в подвал, беру конфетку, хам, наверху ничего нету, окей. Иду по дорожке, иду в маленькую дырку. Я в любом случае могу по камерам смотреть. На кнопку нажимаю, и убралось какое-то масло. Я нашел масло под столом. Тут. Я тебя вижу. Ты меня видишь? Тут пока закрыто. Куда идти-то надо? Так, пойду на задний двор.
Я просто помню, да. что-то с задним двором связанное. Да, тебе туда нужно. Так, я бегу на задний двор. Тут, а тут, ну ладно, я перепрыгну. Тут есть паркур. Сейчас я могу удалить. Нет, я уже прошел паркур. А, я на последнем блоке упал. Да, там есть лестница, если что, назад. Ну, я уже ее увидел. Так, масло и рычажок. Возвращаюсь да. обратно, проходя паркур. Хотя можно упасть. Теперь куда мне идти? Вперед. Теперь у тебя второй этаж разблокировался, игра началась. А, стой, не смотри, где я. Ты идешь? Ты где? Что так прикольно? Нет. Ты идешь? Я на камерах. Бери. Ха-ха-ха-ха. А я вижу твою камеру, типа. А! Он тут! Выбиваем стекло! Оно не выбивается. А, надо на рычажок нажать. Ну, мне сложно, потому что ты маленький. Ух! В дорку, да? Ну ладно. Ты где? Так. А куда мне нужно идти, чтобы открыть окно? Оно можно. Его можно выбить или нельзя? Просто у меня не получается. Можно. Просто ты маленький. Тебе лучше ресетнуться. Я съем конфетку. Я подожду. Я съем конфетку лучше, а тут спалю, где я нахожусь. А, ну да. Я в норке. Стой, на кухне есть шкаф. Ты туда можешь спрятаться, и я тебя не могу убить. Ай! Я. Что случилось? Я сзади был. Ах ты! Привет, видишь, я в окне. А продолжить можно? Да, можно, у тебя 2 жизни. А, на харде у тебя 3 жизни. Так, ладно, давай, находи меня. Эй! На задний двор надо скорее. Блин, а где ты? Что? Как? Я твою руку увидел, я тебя сквозь стену прострелил. Так нельзя! Можно пользоваться багами Роблокса. Базу иди. Ладно, иду на второй этаж к себе. Ах ты. Да я так проиграю уже. Я за тобой смотрю. А, ты на кухню. Сейчас, у меня в любом случае есть камера даже на втором этаже. Ага, все, вижу тебя. Идешь туда. Ой. А, я упал. Ах ты. Тебе нельзя конфету кушать. Ай, туда нельзя. Тут должно быть несколько игроков. Ну да, так будет проще. Да нет, не стреляй. Я в воздух. А, еще можно, по идее, спрятаться за шухлядой. Сейчас, иди сюда. Можно спрятаться еще за шухлядкой. Хорошо, понял. Так, ладно, я... А, ты уже? Да, я уже бежал. А, стоп! А где ты? Эх, а ты где? А, вот ты! Ой, скорее надо. Успел, ладно. Все, я буду тут сидеть, уходи. Я знаю, что ты там стоишь. Ладно. Далеко уходи. А, стоп, ты же уже... Ай! Блин. Ой, надо быстрее. Я так никогда не пройду же. Ты там в одном месте. Ладно, я пойду телевизор смотреть. Я телевизор смотрю на первом этаже. Посмотришь, типа, нет? Да, я смотрю. А, у меня тут временные шоколадки. Какая интересная телепрограмма. Белый экран называется. Так. Так, ладно. Пойду на воздух освежусь. Вот, тут выбитое окно. Что? Кто выбил окно? Ай. Блин. Все, заходи в дом. О, я смог. Это нечестно. Я смог запрыгнуть каким-то образом. Так, мне сейчас нужно хилиться. А, блин, ты же успеешь. Ставь там на кнопку нажать, и все. Ну да, и ты будешь свободен. Я успею. Где? Хм. Ах ты! Все. Сейчас. Ой, стой. Так, да. Уехали, уезжай. Все, я победил. Да, победил. Все, пока. Ладно, давай дальше.